Suicide Squad! Attack! Bang! Mind Control. Против меня? Да, против меня. Со мной Роджикс. Please give me for boss. Так. Тинк. Тинкер. О, Фанкефаль. Ничего себе ты лустрикнул. Ваша очередь выбирать героя. Я понял. Если хочешь, я могу пятеркой быть. Если критично. Так чего? Че? Да не, иди уже про четверку. I hate these staircases, man. I hate them, man. The thing is, like, even if you win against the staircases, you get just cancer, man. Unless you stomp, you must stomp the enemy. Otherwise, Zim will probably go Nyx or Juggernaut bottom. When you pick heroes on top and middle, keep in mind that they will have Juggernaut or Nyx. Да. And wow. Нормально. Привет! Спасибо большое за поддержку. Спасибо, до свидания. Фанкефал, это же топ-тинкер ДТБФ. Да. Он очень плохо пикнул на квапе. Он заставил его взять файда. Если бы он не пикнул квапу, он бы мог взять другого героя на Роджиксе. А так он взял супер-контроль, да, раз он взял контроль. Ну, не знаю, слабый пик. На слабый пик, на самом деле. Но с другой стороны, я могу здесь жарить работяг. Посмотрим. Поехали. Даблдаун. Не могу здесь. Неплохо. Реально смурф. Реально смурф. Подождите, я видел Рейскинга на топе. То есть на боте стоит Эмбер Спирит. Мы же его лопнем. Мы же его лопнем. Битва начинается. Убили. Убили. First blood. Start for the bang. Help me get my feet back on the ground. Короче, помогите войти, что? I go base. Отлично. Эвек кулдаун, отлично. Не знаю, что хотел Неймер сделать. Самому интересно. You can chrono him, actually, I mean. But let chrono it so that I can place mines near him. So it need to be... You got it, I guess. Oh, man. Nice, nice. Oh, wait. Хотелось бы, конечно, без этого, но ладно. Очень быстро сообразил на рискинге. We need to get... Going. Пойдет на самом деле. Майн-контрол? Майн-контрол? А мне не хватило до седьмого капельки. Видели, да? Не долетела книжка. Он съел аж два Fairy Fire. Черт. Не ошибся. Не, я умираю. Явно обидел. Ну ладно. Блин, на боте обидно, Майнкрафт не погиб. Все, сейчас пойду на мид играть. Догорел хотя бы, слава тебе, господи. Я это убил. А я догорю? Нет, не догорел. Гайс, релакс, we can win it, релакс. Не понял. Это хорошо.
Ранту майс. Минус майт контрол на ликвиде. На тинкере. Капельку сюда. Да вы что, видели там просто вот... Вот такое расстояние. Без преувеличений. До его смерти было. Обидный момент. Зай рошен, гайз. Can we go? With Chrono? Come smoke here. I have smoke. Организовал роботяк, поехали. Chrono, Тинкер. Не дали мне прыгнуть. Хорош, на моем контроле, хорош. Там Хекс уже там. Не, ну к этому нас жизнь не готовила, конечно. Just get back. Run away. I mean, Hex. Даже отсюда не добежал на битрайдере. Можно было что-то сделать. Прям здесь на тинкере стоит. Не, вот тут. Жалко. Тимур, я очень устал и хочу спать. Пойдем? Сейчас, малыш. Завтра эпицентр просто начинается. Я смотрю, как команды до этого отыгрывали между собой. Ну а зачем тебе смотреть, как играют другие команды? Ну, я уже 2 месяца комментирую турниры, аналитику даю и ребятам прогнозы заодно. Мне это все, если честно, очень нравится, а прогнозы хорошо заходят. Около 65% проходимость. Ничего себе, я не знала. Да, вот, например, на прошлом миноре финальный день было 7 каток, я на 5 из них дал прогноз, все 5 зашли. Ой, ну хватит хвастаться, я знаю, что ты молодец. Ну ладно. Так что, ребят, залетайте, пожалуйста, на стримы всю следующую неделю. Будем смотреть эпицентр. Мы вас ждем. Сейчас сердечко сделаю, подождите, как это сделать на камере? Может... Вот так вот. Вот! Айсмин так и нет самой, да? It's not time yet. Судя по всему, а здесь... Run to mines. Хотя, куда он там ран? Ну, минус... Минус это, конечно. Не умай там, плюс. Вот так вот. Минус инкарнация, но это ни на что не влияет. Да. О чем эта драка вообще? С каким посылом? Ну он не может какой-то импакт нести на битрайдер, потому что он пятерка. У нас пик не тот. Не знаю, почему взял битрайдер. Не могу сказать. Ой, серьезно? Да как вы меня видите? А, трап у Рубика, прикольно. Ой, хорошо сработал, на самом деле, этот вард. Хекс. Ой, хорошо. Такой важный фраг. Но он под мовом, мне кажется, умирает, он уже даун. Ну, вообще они не могут. Или могут? Нет, могут. Хотя у них тауэр дэмэджа очень мало. Но могут. Ваши верхние казармы атакуют. Я умер, да? Чёрт. Эх, Феникса не убил. Ну ладно, сторону отдали, хорошо. Без стороны тяжко. Я, может, посмотрим.
Не, видите, сторону не угадал. Мины были, да, но на другой стороне. На то я не успел поставить. У нас пик очень слабый. У нас нет станов. Как бы против Тинтера нет станов. Причем Тинтер заходил рано. Да, в пик. Да ты что? Обидный момент. Неловкое чувство, я бы сказал. Ладненько, всякое бывает. Не пошли в драку, когда тебе интересно. Это не победный вариант для нас. Рон Рубик. Троща пойдут, наверное. Они все отдались. Наверное, это будет трон. Здорово. Жалко, команда мертва. А так это было несложно его так забайтить. Оказывается, я думал, он почувствует этот конец. Ничего не почувствовал. Use the bomb, so he can maybe. Oh yeah, I just got one party. Да, не самое веселое поражение. Ну можно было что-то делать, если бы команда не горела, если бы. Не знаю, пик Вайда, мне кажется, у нас наоборот поставил в безысходное положение. Если бы у нас был не Войда, а какой-нибудь Урса. Ну, то есть понятно, что Купа изначально взяла плохо. Тяжело сейчас взорвал, выделил мины и через куб. Кто здесь много сделал? Я не могу даже кого-то выделить, потому что у нас именно очень команда слава получилась. Не отыграли. Нормальненько. Ну ладно, ну ладно. I will just wait to queue a couple minutes, guys. Again, I don't want to play with this tech, it's like for sure. I hope I have report. I want to report this guy. I hope I have. No, I don't.